Hi people, с вами Вика, и это видео я снимаю сегодня не одна, со мной мой best friend Таня. Привет. Мы даже футболочки одели, специально выгрелись. Без кого погнали, нет, неважно. В общем, очень частая проблема, которая лично меня безумно бесит, это то, что некоторые глупые особы называют ботанов просто вот всех, кого не попадет. Не знаю, но меня эта тема очень бесит. В общем, отличник versus ботан. Поехали. Да. Начнем, пожалуй, с того, кто же такой ботан. Как говорит нам Википедия, ботан — это тот человек, который слишком заинтересован в учебе или слишком любит школу. Так, первый пункт, по которому вообще надо отличать ботанов, отличников и прочих людей, это то, что наличие интеллекта не означает, что человек ботан. Если человек награжден интеллектом, то и слава богу, значит, у него есть мозги, и в будущем из него может что-то получиться. Потому что, блин. Нам не повезло. Следующим пунктом является то, что если человек, ну, учится хорошо, это не значит, что он ботан, но он реально пашет на свое будущее, вот, ну, это не то, вот. Не, я ничего не имею против отличников и ботанов, они, в принципе, нормальные люди, могли бы не быть, ну, вот, все, короче, хватит, я не туда пошла. Нет, серьезно, если человек хорошо учится, я сижу, допустим, по себе, просто вот типикал отличница. Вообще, ну серьезно, если ты пашешь на свое будущее, не значит, что ты ботан, потому что это не мешает тебе ни развлекаться, ни гулять. Ну, я хорошая девочка. Да. Еще очень распространенную фигню, которые какие-то просто идиоты и дебилы говорят, это то, что если ты читаешь книги, значит, ты ботан. Это полный бред. Полнейший. Да. Серьезно. Если я люблю читать литературу, если это меня вдохновляет, если это круто, то почему я должна быть из... Блин, вообще не... Понимаешь, я даже не отличница, но я читаю. Вообще уровень. Мать ваша, я ботан. Для многое скрывает тебя. Да. Да, конечно. Я люблю читать книжки, потому что... Вообще, когда ты читаешь книжки, ты отдыхаешь, скажем так, душой, ты отвлекаешься от проблем, которые тебя окружают. И вообще, вот, когда при мне человек говорит, что он не любит читать, или фраза типа «Та, читают так и ботаны», я такая: серьезно, чувак, ты совсем дебил. Кстати, я тебе потом скажу, кто это. Ладно, скажу. И последняя вот причина – это, ну, задрот и ботан. Ну, иногда люди могут, как бы, иметь это в одном и том же виду, но это совсем разные вещи. Вообще понятие задрот – это чувак, который постоянно втыкает в телефон, планшет, который также и игроман, то есть вот. А ботан – это вообще совершенно другой человек. Это человек, запаянный на учебе. Вот. Вот. Объясни, ну, так трэшово. Не задрот, вот просто вот трэш такой. Ну, вот, чувствуешь. В общем, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, хотя оно было немножко необычным для его канала и странным. Но поставь палец вверх, подпишись на мой канал, также не забывай подписываться на мои социальные сети, и на социальные сети от этого без френда. Да, это я. Пиши внизу в комментариях, на какие оценки ты учишься в школе, мне очень интересно, правда интересно. Люблю вас всех, сияйте, пока. Сейчас еще фоточки будем бабахать. Просто он... Просто есть тупой, а есть еще более-менее, есть ботан. Вот более-менее — это человек с интеллектом. Ты идиот. А вот ботан — это вообще ботан. Но все